Давай. Эх, друзья, друзья, вы просто не понимаете, не знаете, насколько мы усилий, сколько мы времени потратили для того, чтобы прийти снова в эту битву очередной раз. Я, короче, установил мод, ну, соответственно, и у братца тоже мод, Imperial версия 4.1. Он апгрейживает игру до версии 1.0.5 и привносит еще несколько фракций, также новые карты, модерированные. Вот видите, одна из них изображается у меня на экране. Просто сумасшедшая карта, но мы пока к ней не идем, а пытаемся сделать то, что обещали раньше. Да, он про эту карту говорит. Где поселение вообще дофига. Просто бошку сносит. Но мы этих тварей сейчас возьмем, да? Давай, начинай. Запускай! Шарманку? Ну, я на них зол! А? Поехала, шняга. Так, зеленый. Давай, 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 работай, работай. Просто ты в центре не справляешься что-то. Когда я был, все было окей. Я вообще лучников уменьшаю и иду строить вот эту возле. А ты идешь сразу через одну, хорошо? О, тут Хорошо. музычка такая играет. Хорошо, что я ее включил. Что значит иду сразу через одну? Я в центр иду. Я в центр иду. Я понял тебя, я не туда отправил своих. Нормально, отправляй копейщиков вот сюда, на эту сторону, в этот самый. Ты недалеко. А лучников через одну. Я понял, сейчас я только найду своих. Я просто два отряда в центр привел, они мои. Так что за них не переживай. Я тут уже строю эти самые, за центр не переживай. Так, отлично. Пошло дело. Пошло дело, и я посылаю своих вот сюда, в близкую. А ты через одну, то есть я в самую крайнюю посылаю их. Понял? Да, я Йо! понял. К тебе, а, то разведчик, хорошо. Пока нормалек. Хорошо. Кейчиком. Так, башенка одна строится. Здесь с этой стороны пока никто не прется, никакая погонь. Постройка завершена. Хорошо. Мы идем сюда. Эти строят здесь. Так, нанимаем Постройка сразу. Завершена. Двух врачей. И дофига легионеров. Создан новый отряд. А, ё-моё. Ты просто не... просто мне кажется... А, хотя не, все нормально. Ой-ой-ой, а у тебя уже заводи, заводи, заводи своих. Уходи. Уходи на... Ой, блин, на тебя вдвоем накинулись. Ну так они и помрут там. Не помрут. У тебя там уже на подходе что-то? В смысле, солдаты на подходе у тебя? Ну, в смысле, помощь. Сам понимаешь, какая помощь. Ну, я имею в виду, создаются. Создадутся я там они? Я понял тебя. Создаются только лучники. Лучники? Ай-яй-яй, какая гадость. Завершена. Уводи этих рабочих своих оттуда. Уводи, 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 вообще уводи. Постройка завершена. Уводи их. Хорошо, египтяне Постройка на тебя отвлеклись, завершена. Это наш шанс. Да. Создан Воу. Новый отряд. Так, пошло дело. Я пытаюсь задавить варваров с той стороны. Создан новый отряд. Так. Ну чё, справился. Отлично. У меня музычка из скалы играет. Хе-хе. Прикольный такой модик. Блин, врач-дебил стоит далеко. Подходи, дружище, лечи, подходи, лечи. Отлично. Я справился с варварами.
Отлично. Так, окей. Значит, первый легион подошел. Все отлично. Блин, я могу повысить этих? Нет, еще не могу. Так, я крайнюю деревяшку еще вот эту Создан новый отряд. затравливаю. Создан новый отряд. Хорошо. Так, ты Так, а что я врача. молчу? Врача к себе убираю. Врача к себе убираю. Так, Сейчас врач, исцели уберу. сам себя. Создан новый отряд. Блин, сволочи. Убили моего врача. Ладно. Ох, классная такая муза. Как раз там, где Николас Кейдж мочил, блин. Что у тебя там за муза? Из скалы играет муза. А, ко мне пришли. Нашу деревню осаждают враги. Ух ты, блин, мою деревню там какие-то твари осаждают. Деревня наших союзников в осаде. Такая героическая муза. Па-ба-бам. Создан новый отряд. Пошло дело. Так. Ого, так, на меня пошла атака, очень серьезная атака. Создан Окей, новый ого, и с той отряд. стороны. Так, ладно. Ничего. Ничего, мы справляемся. Стройка завершена. Давайте, ребята. Хорошо. Мои легионеры здесь справляются, но их очень много на меня валит. Так, что ты там успеваешь? Есть. Да. Вот это жалко моя горит посередине. Если сможешь выделить туда помощь, я пока... Ай, нет, не справляюсь. Моих заложили там. Легионеров своих. Ага, они у тебя там защищают. Пускай защищают. Окей. Ой-ой-ой. Какие сумасшедшие чудики. Чё? Мы Создан справляемся. Так, новый вроде отряд. ты... Нет, не отвлек. Ну да ладно. Создан новый отряд. Так. Отвлек зато на себя, на эту самую. Согласен. Все кетчиком делается. Я потихоньку башенки тут у себя. Ничего так получается. Ладно. У меня уже готовы эти самые Создан лучники. новый отряд. Понизить придется одних. Ого, у тебя уже сколько сформировалось. Супер. Приводи своих этих самых. Почини мою башенку. Одну. Я во вторую лучников переведу. У меня вообще-то лучников еще. Только врачей не хватает. Да ты что, под эту музу лучше играть, Сейчас. действительно. О, так вы мне этот самый помог. Супер. Ребята, давайте. Так, ты починил, а давай вторых своих. Мою загоревшуюся башенку тоже почини. Да ты Иду, что, у иду. нас все как Постройка надо. У меня уже завершена. лошади, лошадки. Так, одних сюда в башню. Так, этих сводим вместе. Создан новый Все, отряд. супер. Значит, у тебя башенка тоже готова. Я иду отстраивать деревню ту дальнюю. Создан Ого, новый там отряд. поперли твари. На помощь твоих легионеров надо. Дружище, легионеры на помощь. Бегут. Нет, 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 пехотинцев надо было. Пусть пехотинцы чинят башню эту, которая здесь ближняя. Мы их подавим, подавим. Так, мои легионеры, где вы, ребятки? На подход, быстро. Сейчас еще кавалерия приходит. Где там она? И у меня кавалерия есть. Отлично. Как замечательно это все. Но нельзя расслабляться. Чини, чини, чини. Что-то можно чинить. Или мне надо уменьшать. Хорошо. Не-не-не-не, сейчас починю. Чини, восстанавливай. Мои легионеры подходят. Так, все, можно уже претарианцев заказывать потихонечку.
Блин, моих солдат, которых я направил на среднюю, там они загнидели. Надо на среднюю обратить внимание, если у тебя будут какие-то лишние войска или эквиты хотя бы. Надо вернуться. Наверное, давай эквитам вернемся на ту среднюю, потому что они нас будут мочить. Ой, а знаешь что? Эквиты я эквитов послал. Куда? Скоро они там будут. Там, где желтые... Я завоюю. Лучники? Среднюю. Нет, та, которая у нас простаивает. А у тебя сколько эквитов? Почини, пожалуйста, своими, дострой башню, та, которая осталась в середине, там еще одна. Блин, у нас войск скопилось, отлично. Они идут, будь осторожен. Я понял, где? С какой стороны? Вот там, где египтяне видны, или где? Чини, чини, чини. Так, супер. Постройка завершена. Хорошо, так, это очень хорошо, только еще, наверное, надо построить. Да, пошли строить. Все, супер. Сейчас я вождя угрохаю одного их, чтобы он там... Ой-ой-ой, у них уже войско там скопилось. Твоих эквитов зажрали посередине. Нам надо объединенными силами туда наброситься. Тех, которых я послал? Я понял. Да, зажрали твоих эквитов, так что уж... Уж не обессудь. Хочешь сказать, они там бродят? Претарианцев я посередине создаю. Почему бы и нет? Так, очевидно, очевидно, они могут там бродить и могут причинять много ущерба. Я подкапливаю этих самых. О, они только пришли. Ты смог ту первую деревню отстоять? Да ты что? Как это замечательно выглядит. Мы просто в супер... супер положении. Так, сейчас я еще лучников сюда. Отлично. Ту, которую ты достроил. Сейчас... Ой, блин. Помоги моим этим самым легионерам внизу. Своими эквитами. И легионерами тоже. А, мы справимся, эквитов не надо. Я эквитов накоплю возле своей деревни той. Сейчас они сделаются. И направлю их на среднюю. Да ты что, это просто чудесно то, что происходит. Ого, с этой стороны как они скопились. Ничего, ребятки. А мы ведь можем тоже вас завалить. Да ты что, какие красавцы. Просто супер, еще и резервы даже имеются. Претарианцы уже первые пошли делать. Алло, ты там? Да-да, я тут. Я просто весь в создании. Ух, как они проштробить могут, сволочи. Так. Ой. Не, все, заняли их. Не проштробят ничего. Так. Есть. Съели их. Я своих отвожу, ты своих в леса. В башню вводи, в башню вводи. Куда ввести башню? Там есть одна башня, куда можно ввести. Не вижу. Не вижу. Я понял. В ближайшей башне никого нет. О, ввел, так. Отлично. Это не я ввел. Так, я посылаю на помощь твоей деревеньке. Здесь у меня эквитов. А, дальнейшие башни там пусто. Какой-какой? Ну, сейчас. Сейчас разделю тогда пехоту. Уводи легионеров в центр. У меня следующие претарианцы скоро будут. Ух, моих эквитов там заживали, конечно. Зря я поддался. Видишь, желтые, где на твою деревню поперли. Они в обход, ага. Твари. Ничего, мы их сейчас сделаем. Если вы подумали, что это все так просто, то ничего подобного. Так, забирай своих легионеров, я сам смогу справиться посередине. Занимайся. Хорошо. Перифериями. Ой-ой-ой, сколько они тянут, смотри. Сейчас у меня эквиты тут создадутся, и я смогу... Ой, блин, ты приколи, сколько они притянули к твоим. Ничего, сейчас. Вау-вау-вау. Ничего, ребятки. Создан новый отряд. Сейчас, я их нейтрализую. У меня есть готовые квиты, и они готовы валить эту ересь всю. Так. Мы среднюю ребятки. Деревню так и не можем взять. Но ничего. Все, смотри, красавцы разделались просто-напросто. Ай, блин, нет, копейщики с копейщиками с египетскими завязались. А! Что там? Лучники, но я их увожу. Эу, ты чё своих зеленых легионеров? Куда ты вывел? Смог убежать ими.
Где мои доктора? Деревня наших союзников в осаде. Блин, а где мои доктора? Чё за херня? Где доктора? Они пошли за моими, сейчас верну. Блин, они в тыл нам зашли, сволочи. Что ты там вообще, что ты туда пошел? Я не могу понять. Зачем ты туда пошел? Возвращаю. Тебе надо было идти. Я не ходил, они разбрелись. Ай-яй-яй, ну... Ладно, пусть идут на эту сторону, заводи наверх всех. Все легионеры. Завожу. У меня еще претарианцы, все, иди к свою деревню, помогай, иди все там делай. Мою, свою там защищай. Там пустая деревня. Невозможно создать новый отряд. Нашу деревню осаждают враги. Иди контратакуй с другой стороны, выводи. Где мои... А, вот приходят доктора. Собирай в кулак их и веди вниз. Чего они у тебя наверху стоят? Я там справлюсь. У меня претарианцев уже два отряда. Окей. Там у меня все окейчик. Я разделаюсь с ними только так. Вот, всех собирай. Забирай с всех деревни. Не надо им стоять тут. У меня просто все идеально. Лучники твои пошли в обход, зеленые. И доктора куда-то пошли не в то место. Так, лучники и доктора. Блин. Создан новый отряд. Ну, доктора, конечно, убежали куда-то. Пускай идут, я тут разделаюсь. Нормально все. Угу. Так, мои доктора назад. Доктора любят вместе тусоваться. Ты видишь, какое отродье такое? Вместе любят потусоваться. Ого. Чё там? Чуть-чуть меня накрыли. Блин, как тебя накрыли? Ого. А чё ж ты так распластал войска-то? Ё-моё! Еще и накрывают этими самыми баллистами. Чё ты войска распластал? Сейчас я тебе помогу этими самыми своими. Ты там справляйся. А, нормально, ты справляешься, я вижу. Куда? Назад! Так, держись. Все у меня в порядке, я на претарианцев потихоньку обмениваю своих. Это просто идеально. Создан новый отряд. Это просто идеальный обмен. Гасить этих друидов. Что у тебя там выходит? Да, иду. Иди забирай эти деревни. Вон там кавалерия пошла, на твоих напала, на передовые эти самые. На меня не обращай внимания. Я отстаиваю все. Все необходимые силы себе забираю. У меня еще и эквиты есть. Верх полностью за мной. Все без проблем. Хорошо. Так, какие-то твари тут еще тупят. Ладно, я на них не обращаю внимания. Тебе на помощь надо кто-то? Блин. Не, нормально все. Хотя они тут сосредоточили немаленькие силы. Окей, я эквитов отряд тебе на помощь посылаю. У меня вообще затишье. Наших союзников в осаде. Отлично. Я могу, в принципе, даже эти войска выделить. Куда-то к тебе на помощь.
Так, ладно, я посылаю одни войска, часть войск посылаю тебе на помощь. А преторианцы останутся тут, я думаю, они смогут разобраться. Так. Так, эквиты, хорошо, подходят эквиты. Сейчас мы их немножечко постигаем, ребятки. Твои доктора у меня, а я своих веду к тебе, короче. Раз они такие гады, которые любят пошуровать. Создан. Тебя там получается? Да, замечательно. Значит, я иду тогда всей этой своей армией. Иду на среднее поселение, чтобы мы его выбили. По музыке, я надеюсь, YouTube нас не сделает по этой Скаловской. Не знаю, не знаю. Только она, конечно, популярная. Ну ладно, пофиг. Надеюсь, что нет. Посмотрим. Без разницы. Ну, в смысле, не забанит видео вообще нахрен. Так, я по центру веду. Чё у тебя там? А, мои заняты немного были. Какой-то тварью вшивой. Ничего. Замечательно. Так, вроде бы затишье, мы успеваем справляться, правильно? Так, а где мои доктора? Вот козлы. Давайте. Я понял, я тебе наверх посылаю помощь. Отлично. Ох, они через леса там идут. Лучники ты можешь рассадить каким-то удобным более тебе способом. Создан новый отряд. Невозможно создать новый отряд. Я эквитов могу послать еще на помощь, если тебе где-то надо. Не иди ко мне на помощь. Посылай своих легионеров туда, куда они тебе нужны. Да я деревню хочу отстроить. Я понял, но легионеров не надо вести для этого. Они там объединяются с врачами. Ладно, я веду их в ту деревушку, которую я потерял. И там у меня будет великое объединение. Отстраивай, да. У меня тут уже двойные запасы. Я тут разберусь со всем, что тут происходит. И вот забирай отлично. Своих лучников. Лучников своих тоже забирай. Все, кажется, мы вышли на ту... Блин, у тебя доктора стоят вообще в левом месте где-то. Так они ждут, сейчас я к ним войсками подхожу. Чего они там ждут? Так, посажу сюда в башенку. Че вы ждете? Ой, врач тупит. Излечи себя сам. Профессор. Лучники у меня будут. Будут сидеть тут. На коленке. О, йоу! На меня пошло нападение. Ладно, пофиг. Мы там успеваем, все нормально. У нас тут претарианцы. О! Так, докторишку сюда. Нет, назад, ребятки, нет, никаких этих самых. Спокойно так, себе назад. Объединяем войска. Единственное, что я здесь еще построю, чтобы они починили этот самый. Так, ты своих этих самых убирай. Откуда? К себе наверх, на поддержку. Сейчас. Так, а я своих. Все, да. Да все, мы их разделаем сейчас. Погодь, еще немного перегруппироваться, и мы вообще в ажуре. В полном причем. Да, только это нужно сделать. Сейчас мы сделаем. Сейчас ты отстроишь эту деревеньку. Среднюю деревеньку мне отстроить? Я отстрою, короче. Отстраивай та, которая в глубине. Че там за говно? Ау-вау-вау-вау. Встаем и смотрим оттуда. Так, отстроили башню. Тут все ок. Окейчик. Идем сюда. Помогаем строить. Они задохнулись, захлебнулись в собственной рвоте. Есть. Отлично. Не захлебнулись. На тебя поперла какая-то тварь. О, я понял. Там, где ты не достроил. Да, эквитов. Эквитов, да. Сейчас эквитов. Ага, вот они тут готовят войска. Ладно, я их пока трогать не буду. Назад, наверх. Наверх, да, приходи ко мне, сейчас мы тебе поможем.
Такая вообще, конечно, классная эта скаловская музычка. На все века. Блин. Супер. То, что происходит, мне нравится. Сейчас эквиты еще тебе там помогут. Мои эквиты там справились все-таки. У них получилось. А, у меня еще тут подкрепление громаднейшее. Сейчас мы их сдужаем. Хе, красавцы, не ждали такого? Еще из леска мои легионеры. Сейчас мы их всех тут полечим. Отлично, отлично. Все, здесь справились, как обычно. Так, у меня пока что какие-то странные маневры. Никому не нужные. Фигня все это. Я увожу еще и твоего врача за собой. Да уводи пофиг. Своих наверх, а врач, я буду своим... Врач мне не нужен. Своими легионерами достраивать. Все. Красавцы. Претарианцев уводи из селения из пустого. Я пока его трогать не буду. Почему Ух же? Ты, сколько у тебя войск. Я знаю. У меня все тут схвачено. А что ты его не будешь трогать? Можно застроить его. Я пока охранять буду. О, как раз я лучников сзади подмочу. Ребятки. А, правда, там есть еще и другие ребята. Ну ладно, то пофиг, все. Они решили рабами уже нас колбасить. У них уже никаких ресурсов не осталось. Замечательно. Почини свое селение. Так. Ну тут, я думаю, ты в безопасности уже. Я пошел в наступление, короче. Мне надоело сидеть на месте. Давай. Ага, с этой стороны. Ну что? Ай, блин. Заколебали со своими родами. Ладно, я претарианцев наверх. Пускай претарианцы создаются. Претарианцы создают претарианцев. Но музычка какая-то пошла, другая уже. А, вот у меня же есть пехотинцы. Я сейчас ими потихонечку я строю еще это среднее селение. Итого мы восстанавливаем былую мощь. Итак, первый. Да, да. Это огромный плюс. Пошли. Конечно, я заходился. Считай, я целый круг прошел в бесполезной ходьбе. И это был просто огромный эпик фейл с моей стороны. Ну ничего, сейчас войско Блин, у меня есть. Блин, эта деревня вообще пустая. Ты приколи. Отлично, у меня пишут, что создается новый отряд. Я отстраиваю одно селение. Это я уже отстроил, повышаю здесь, среднее мое. Сейчас я построил то, что... Я уже даже сомневаюсь, что мы выбрали высокий уровень сложности. Не, мы выбрали высокий уровень сложности. Но это же было видно с самого начала, как пошло дело. Ты что? Так, ну я надеюсь на это. А почему? Ничего. Ага. Ты смотри, да не, высокий, я вроде бы смотрел за этим. Так, не знаю даже, легионеров понижать, не понижать. Ага, вот. Все супер, претарианцы пошли. Претарианцев у нас сюда можно направить, подальше от фронтов боя. Так. Этих сюда уже. Они потихоньку нагнетаются. Идем на ту сторону. Ай-яй-яй-яй-яй. Моих. Так, а что тут у тебя? Тут сбор войск, отлично. Это а только я шастаю сюда. Ладно. Ого, армия у тебя эквитов. Я знаю, пускай еще я к ним могу присоединить еще одних. Че ты туда? А, ну давай, давай туда. Я просто думал, что ты направишь свои силы на... Ну, пофиг, в принципе. Без я тут буду отстраивать свою деревеньку. Там 165 еще есть возможность жителей. А ты можешь своих эквитов уже убирать. Я понял. Я иду дальше тогда, в угловую в эту деревню. Которая та следующая, да. Угловая. У меня идут туда и... Доктор, зачем ты стоишь там? Иди наверх лучше, вот сюда. Доктор... Замечательно, так, слушай, доктор, мы так отстояли, я хорошо, я все. Теперь контратака. Вроде отрядик легионов был. Ребятки, вы очень сильно ошиблись, если решили. Ху-ху, сколько они тут наплодили разных этих самых. Ага, вижу, там идет бой. Все, они просто истощились уже, вау.
какие-то твари. Но вы сейчас пожалеете. Вы что думаете, что это все просто так? Ага, нет, мы к ним не идем. Кому к ним? А, блин, да, они там обороняют одно селение. Ага. Пусть они идут сюда. У меня тут легионеров хватит, чтобы показать им. Все, у меня башенка достраивается, ту, которую мы потеряли. И сейчас так, осторожно, они, по-моему... А, они еще не решили, куда они идут. Блин, а что они среагировали, мои солдаты? Странно. Осторожно, осторожно, к тебе идут. Куда ко мне? Там, где ты разбиваешь селение сейчас, в башню заведи своих легионеров. Да, я так и делаю. Отлично. И направь истребить. Потому что там только конные лучники. То есть мясо, считай. Да короче, я буду уже мочить селение вообще. Первый отряд претарианцев. Вай-вай-вай. Ого! Так, здесь, пожалуй, их дофига. Ой-ой-ой, еще так. Своими, блин, долбаные. Выдвигаюсь тебе на помощь. Ай, как жалко. Так, надо выводить легионеров. Свеженькие. Опытные. Вперед. Ай, жалко. Какую деревню осаждают враги? Ого, вот и контратака пошла. Ты глянь, подожгли мою, твари, мою подожгли эту самую. Деревню, что ли? Сейчас, я починю, у меня есть чем починить. Отлично. У меня, в принципе, тут потенциалов еще дофигища. Твой доктор. И там разбей отряд варваров, которые пытаются там что-то доказать. Твою, я понял. Моей деревне. Да что вы не чините? Какие-то дураки, реально. Создан новый отряд. Так. Этот где-то бегает один. Чудик. Потерялся просто-напросто. Ну сколько вы там добивать я будете? Я понял. Уже? Давайте добивайте всю эту шваль. Твои там угнались. Все нормально с твоими здесь. Все окей. Отлично. Объединяем претарианцев. У тебя уже претарианцы? Да, два отряда уже. Хорошо, замечательно. Моих эквитов, конечно, покромсали. Так, мои эквиты те, которые смогли помочь тебе. Супер. Так. Достраивается селение. Я скоро буду создавать еще в одном селении. Я крайнее построю. Отлично. С эквитами продолжаем двигаться дальше, да? Куда нам? К вот этому селению к их. Наверх. Да. Я думаю, там они не смогли создать нормального сопротивления. И мы потихоньку их раздаем. Вот эту башню желательно, чтобы сразу какой-то из твоих отрядов, я не знаю, занял, может быть. С этой стороны у нас все в ажуре. Тут тоже. Тут вообще шикарно все. Я могу даже лучников своих вот сюда перевести за мостом. Вижу. Тем временем мои легионеры создаются. Я еще так, и претарианцы. Претарианцы, и давайте эквитов тоже. Вон внизу там. А тут у меня что? Так, тут у меня... Давайте эквитов. О, у меня еще одни претарианцы, замечательно. Еще одни? Да ты что, у меня скоро будет войско из претарианцев. Отлично. Да, у меня тоже претарианцы. Четыре отряда уже претарианцев будет. Если не пять. Так, выводим лучников. Сюда. Ого. Наши войска тут столкнулись. Кое с чем. Не, ребятки, вы зря так подумали, что вы сможете. Ого, у тебя тут два точно отряда претарианцев. Все офигенно. Хе-хе-хе, не успеют сбежать. Да, лучники не успели. Посерединке еще... Зачем твои претарианцы и солдаты идут? Вот там посерединке они могли бы деревню затравить. Я туда даже пошлю своих.
Затравят, затравят. Сколько у них жрецов, сколько у них разной падали. Твои отстраивают, отлично, окей, мои тоже достраивают. Это просто изумительно. О, есть, мы одного врага уничтожили. Невозможно создать новый отряд. Супер. Еще совсем чуть-чуть, небольшой штрих, и мы преодолели это сопротивление. Вот тут еще мелочь. Ты посмотри, они башни настроили, но им некуда туда садить, некого туда садить реально. Ну, где еще одни претарианцы? Так, а у меня пока и эквиты начинают создаваться. В общем, войско растет. Да ты что? Да у так, нас мне войско. Напоминает этот самый о том, что я там 2 часа должен. Я понял. Да, я все еще здесь. Скорее всего, ой-ой-ой. Хэнгаут. Сейчас посмотрю, не выкинуло ли из записи. Нет, не выкинуло. И мне напомнить скоро, да? Видимо, да. Постройка так, создается. Селение разрушено. Идем дальше. Дальше у нас переход через... Переправа через реку. Тут пошли на ту разрушено. Сторону. Ты посмотрел, у тебя не выкинуло из записи, не? Бандикама. Нет, у меня запись работает. Хорошо, я попробую то же самое сделать. Так. Тут все окей. Тут у нас 17. Давайте, если что, сделаем эквитов. Да, короче, это уже все ясно. Надо будет посмотреть, как же мы так сумели перемолоть столько. Ну, видимо, они сосредоточились на второстепенных селениях и... Да, мы их разоткровенники. Очень потеряли инициативу. Ух ты! Вау, да здесь они тоже скопились неплохо. Сейчас, иду на помощь, сейчас. Не просто неплохо, а очень хорошо скопились. Молодчаги, просто сопротивляются отлично. Претарианцев туда посылай, в принципе... Я тоже посылаю настройка потихонечку претарианцев. Переходим. Да, слушай, у них тут просто... Ого! Я понял. Они, короче, на защиту работают. Я понял. Хорошо. Сейчас идут мои легионеры к тебе. Поработали на защиту дело. Неплохо. Мои эквиты. Ничего, мы справимся с ними. Все, эквиты на помощь подошли. Так, отсюда можно копейщика, в принципе, убирать. Где мои претарианцы? Ребятки, поспешим. Тут можно уничтожить это селение, пока там развиваются основные события. Все, значит, мои легионеры тебе тут тоже подсобили. Враг уничтожен. Да. А если бы они послали готово. Вот эти свои... резервы в атаку, когда нужно, они бы создали для нас тяжелое положение. Хотя, в принципе, мне у нас кажется, было... они скопили эти резервы в последнее время. Хотя у нас было столько войска скоплено, что если бы они кинули все это на нас, это бы их уже не спасло. По-любому, мы накопили уже критическую сумму солдатов. Легионеров там дофига уже было. Когорт мы там накопили в центре, решающее. Значение. Все, готовченко. С этим отрядиком мы разобрались. Жмем дальше. Легионеры уничтожили еще, вернее, претарианцы мои уничтожили еще одно селение. Короче, мне так кажется, что мы да. очень близки. Давай ускоримся, добьем уже тут разную мелочевку. Все, и это их селение уничтожено. Я не знаю, можно... Да, пускай эти лучники уже сидят, да, без разницы. Ты имеешь в виду выводить всех, пусть почувствуют вкус победы? Да, насладятся ею. Так. Ой-ой-ой, нет, претарианцы, нет! Сволочи. Есть, мы успели. Ага, вижу, куда ты подошел.
Они наплодили просто вот этой вот техники, всей этой хрени наплодили и весьма успешно сопротивляются. Ого, не, слушай. Вот это неожиданность. Соколиных своих охотников здесь навели. Не, ребятки, так не выйдет. Хоть мои претарианцы и без так. врачей, но все же. А иду вот и врач сейчас будет. Поддержку. А да у меня кавалерия есть, все нормально. Соколиные ребята закончили на этом свое, а там кавалерия уже расправится. Можешь своих эквитов подкинуть. Мясо! Красавцы! Че у тебя там? Ну. Ты мясо в смысле, что мы их? Да-да-да, опередить. Зажали? Опередить твоих. Мы уже на перегонки жрем. Так, вот хорошо. Тут вождь уже сдался. Нет, не сдался. Ух ты! Ой-ой-ой! Не-не-не-не-не. Они, ты видишь, они ушли в этот самый, в защиту. В глухую оборону пошли. Так, я твоим легионерам оставляю, а своих претарианцев пока я веду. Ты там добивай. Ой! Блин, эквиты назад. Ай, не успели. Претарианцы не успеют им помочь, жалко. Да, там месиво. Что месиво, то месиво, точно. Так, я уже эквитов только заказываю. Я уже не знаю, кого там больше заказывать. Так, а что у меня тут происходит? У меня пока везде, где есть возможность. У тебя претарианца дофигища везде сидит. Ну, не сказал бы, что дофигища, но вообще сидит, конечно. Зачем они сидят, не знаю. Готово. Эти разрушили мы, эти надо тоже готовы. Надо строиться. Супер, у меня тут еще дофига кого-то. Ага, врач где-то затерялся. И еще здесь эквиты тоже затерялись. Ого, два отряда эквитов затерялось. Я не так уж много и потерял. Это ты. А вот идут мои войска. Создан новый отряд. Ох, они разведчиков наплодили, дебилы. Дебилы. Блин, врача моего. А, нет, эквитов задрали. О, а здесь была и засада. Нифига себе. Ты посмотри, и тут еще лучники возле башни. Они неплохо так. Хитрецы. Сейчас посмотрим. Так, моих претарианцев взяли в осаду. Давай, эквита, претарианцы, все, кого только можно. Так, мои идут. Очень-очень скорости будут. Отлично, твои эквиты подходят. Уничтожаем всю эту шваль. Короче, они справятся, твои эквиты. Я уничтожаю селение. Единственный, кто мне надо, это какой-то докторок. Вот твои доктора идут, замечательно. Легионеры мои сейчас на пригорок. Мало ли там кто-то. Да, с пригорка мочит, скорее всего. Так, где у меня создан новый отряд? Хотя мы сейчас это проверим. Ага, вот. Можно отстраивать еще одно поселение. Нет, все спокойно. Ладно. Твоих зеленых я отпускаю, но в смысле не отпускаю, а вставляю, мы идем сюда. Так, мы постараемся. Хотя нет, мы можем, в общем-то, идти сюда. Чего же мы будем повторяться? Правильно. Давай добьем уже их, что тут осталось? Тут ерунда осталась. Тут очевидно, что мы выиграли. Посмотрим на статистику и все. Да, ну, красавцы, это была тяжелая, ну, победа. Ну, победа сама по себе была легкой в данном случае. Тяжелым было просто именно сражение. Вау, тут, кстати, в башню засели. Смотри, как они нас изматывают все равно. Ну, засели, значит, ждут, пока дойдут мои. Основные ударные силы. Еще эквиты. Так, вперед. Хорошо. Готово. И еще одно селенице. Молодцы, твоя армия как раз на подходе. Там еще эквиты пустые стоят.
Так, а что доктор у нас здесь претерианцами? Прохлаждается. Как же они любят прохлаждаться? Вот сачки, а, грёбаные. По-моему, где-то я создавал. Нет, такие. Ну что, осталось совсем чуть-чуть поднатореться. Куда вы, гады, еще снизу? Они сопротивляются до последнего. Ну, молодцы. Блин, и здесь лучники. Слушай, они, конечно, респект, везде рассадили своих лучников. Это египтяне такие, борзые. Наплевали на всех лучников. А эти ребятка везде рассадили. Фух, и покромсали. Так, исцели самого себя. Ну-ну-ну, что там, блин? Нифига себе, сидят башни до последнего. А мои не сильно с башней справляются. Так, дальше идем. Подожди, до скольки у них башня? До 20 тысяч, что ли? Вот это у них башня. 20 тысяч. У них, по идее, башня должна быть 100 тысяч. Нет, на какое времени лучники уходят? Ты представь, они сражались... Это нормально. Лучники сражались с моими, оторвались как-то от отряда и убежали. Я такого еще ни разу не видел. Есть, теперь у меня все доктора, короче, я... Блин, ладно, пока не сожгу эту деревню, придется уничтожать их. Все, последний остался, правильно? Да-да. И вот его деревня, которую мы сейчас уничтожим триумфально. И еще одна. Ты с этой стороны уничтожишь, а я с той стороны. Хотя нет, поджигать! Сжечь всю деревню. Уничтожать деревню всю полностью, выжигай, истребляй. Да нет, мы будем более цивилизованными. Мы эту деревню потом еще используем. Зачем? Так, друида уничтожить. Еще и воины у них появились, ты приколи. Вообще охренели, ребята. Уничтожили еще моих эквитов. Так, тут все. Все, мне вождь один остался, и мы с ними расправились. Отлично, дальше продолжаем двигаться. Вождь, все, готово. Да, мое маленькое небольшое войско. О, ну зато из претарианцев состоящие, и зато мы пересилили их. Серьезная карта была, конечно же. 12 тысяч, 7 тысяч, да. Очков, конечно, я получил вообще ничего. О. Хотя нанял достаточно много воинов. Хорошо, все нормально, тебя очень сильно потеснили там. А что у них? Что произошло? Нанимали они так ничего, нормально. Смотри. 600, 500, 800 и 800. Это 1600, 2200, 2700. Да не так уж много они и наняли. 2700 на четверых. Что-то как-то слабовато. Вот удар по центру, согласен, наверное, был бы для них все-таки более... весомым аргументом против нас. А они решили отсиживаться, понаделывали своих вот этих вот баллист и сидели и ждали нас. Ну или ходили толпами тогда, пытались отжать у нас деревни второстепенной значимости, в то время как мы скопили войска в центре, отбили их попытки. Ну главное, что мы победили, и теперь мы готовы к следующему испытанию. Да, есть карты гораздо интереснее этой, но это тоже было очень сложно и... приятно было победить после попыток, которые мы предпринимали подконнектиться, а потом попытки победить, не удавшийся первый раз. Да, ну, хорошо, что все удалось. Я надеюсь, опять же, с музыкой не будет проблем, а в остальном, я думаю, можно со спокойной совестью заканчивать на сегодня, да? Да, это было эпично.